22 марта первый заместитель министра спорта региона Иван Колесник представил волейболисткам АМИ новый руководящий состав команды. Генеральным менеджером назначен председатель областной федерации волейбола Сергей Куфрин, а тренировать наших спортсменок будут Виктор Ушаков и Наталья Васильченко. Хотел поблагодарить Анну Николаевну Плигунову за ее работу, за то время, что она отдала команде, за свои силы, труд большой. Действительно было сделано очень много, но сегодня стоят перед командой более амбициозные задачи и перед финальными турами для того, чтобы, может быть, больше мотивировать команду для выхода именно в первую шестерку команд, для того, чтобы так называемый волейбольный плей-офф состоялся для нашей команды. Мы решили провести вот такую замену тренерского штаба. Тренеры омские, хорошо известны, в принципе, омской публике, любителям волейбола. Я думаю, они быстро смогут вникнуть в процесс. Виктор Ушаков уже тренировал омские волейбольные клубы «Спартак» и «Амичка» и в 2007 году выводил нашу команду в Суперлигу. А Наталья Васильченко была отличным игроком, а с 2018 по 2021 годы работала главным тренером волейбольного клуба «Тюмень». Это вынужденная мера, когда надо сейчас, наверное, подключаться уже другим тренерам, которые могут, наверное, поправить как-то турнирную ситуацию. Вот, предложение поступило, мы его с Виктором Сергеевичем приняли. Поэтому в ближайшее время будем готовить команду. Я, наверное, больше буду отвечать за работу и связующих игроков. И, наверное, тоже для этого, для где-то психологической устойчивости. Ну, я хочу напомнить, наверное, что мы, наверное, сработанная пара. То есть Виктор Сергеевич еще тренировал меня в «Спартаке». Потом достаточно долго работали вместе и как в «Амичке», так и на «Сахалине». Мы вместе с ним работали в волейбольном клубе «Сахалин». Поэтому взаимопонимание у нас уже сработанное годами, и я надеюсь, что мы сможем достойно выполнить нашу поставленную задачу. Четыре заключительных матча первого этапа чемпионата России он проведет в начале апреля в Калининграде. И это будут поединки с прямыми соперниками.